Очкарик в жопе! Шарик, блядь! Всем привет, друзья! С вами Виолент, и сегодня мы с вами рубаним в Dead by Daylight. И готовьтесь, я буду вскрывать сейчас черепы вот этим вот братишкам. Вы чуете их? Оу, фак, я чую их не запах. Я чую, хочу вскрыть им маленькие черепушки. Ребят, первый раз играю, поэтому я хочу уже, блин, месить. Я хочу месить, генератор стоит, черт возьми. Вроде они должны запускать генераторы. Ублюдки, 4 ублюдка хотят поиграться в прятки. Думаю, я сейчас им устрою прятки охрененные. Идите сюда, мои маленькие. Охрененно просто бензопилка, блин, ребят, тащит. Я просто в шоке, как она рычит. Опа! Иди-ка ко мне, очкарик в жопе шарик. Очкарик в жопе шарик, блядь. Тварь, блин, такая. Ой, сынок ты мой. Сдохни, мразь. Подождите, ребят. Ай, расчлененкой пахнет тут. Ах. Нет, нельзя так? Окей, как тебя поднять, дружок мой? Поднять спайс. Поднимаем, братишку, поднимаем. Что с этим братишкой-то надо сделать? Его вроде бы куда-то надо повесить. Куда повесим мы? Опа, есть какой-то спуск. Я ни разу не играл, поэтому будем сейчас смотреть. А вот и крючки, крючки. Давайте повесим. Ой, как хорошо-то, прекрасно. Глоточка пробил, молодец. Использовать бензопилу. Ай-яй-яй-яй-яй. Кишечки главное прорезать хорошо, чтобы потом можно было приготовить вкусненький обедик. Жри, давай. Подождите. Охренеть. Какая-то гнида на меня, смотрите, пришла. И хотела со мной поиграть. Что с ним могу сделать еще? Давай, тыкай. Тыкай. Ой, хорошо тыкается. Меня случайно никто не тыкает? Тыкаем. Тыкаем, мы же любим тыкать. Ай. Ну когда ты же сдохнешь, мразь? Что ж с тобой сделать-то надо? Использовать бензопилу? Используем бензопилу. Ой, хорошо-то. Когда ты сдохнешь уже, черт возьми? О, вот это другое дело, ребят. Все, да? Убили, а ты что, моя маленькая принцесска? Ну-ка. Давай-ка я тебя тоже насажу. На вот этот прекрасный штырь. Спайсушка. Нажимаем спайсушку, подвешиваем жертву. Ой, какая прелесть. Это просто игра моей мечты. Потому что я люблю страшилки. Я люблю смотреть фильмы. Давай позабавимся с тобой, маленькая моя. Тоже кишечки. Кишечки тоже прорежу тебе. Тебе нравится, тварь? Ой, тебе нравится. Ой, еще один братишка пришел. Ой, хорошо-то как. Охренеть, тут какое-то пати, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж ты так упал-то? Я не понимаю, что тут происходит, почему... Они все на одну точку идут ко мне сразу, чтоб я их убил. Вы как? Нормально? Тебе нормально, тварь? Ублюдок. Ублюдок мелкий китайский. Ёперный хит, ни хрена. Смотрите, что оно делает, оно играется с ним. Давайте понаблюдаем, как оно будет играться. Ну? Чё это за щупальцы такие, я вообще не понимаю, что это такое? Ну? Тыкни ему в глазик китайский, а? Протыкай его. Да блин, а как проткнуть? Хочу проткнуть. Тыкай его. Тыкай. Остался один. Один братишка остался. Давайте с ним закончим наконец-то. И пойдем уже играться с другим выжившим. Так. Тыкаем, тыкаем. Да блин, проткнись ты, тварь. Протыкайся. Вот, молодец. О, вот это мне нравится. Все, ребят. Вот это красота. Первая катка, и она уже удачная. Так, использовать бензопилу, обыскать. Давайте посмотрим. Никого нет, закрываем. Мы же вежливый маньяк, правильно? Мы должны за собой закрывать все. А это что?
Это какой-то чемоданчик, его можно вообще поломать? Нет-нет-нет, нельзя, окей-окей, хорошо. Выходим тогда и ищем нашего братишку второго. Точнее, второго, четвертого уже. Так, чисто тут. Знаете, может, спрятался, ублюдок? Ну-ка. Ну-ка, давайте туда пойдем, посмотрим. У нас никаких нету абсолютно модификаций. Тут можно ставить модификации, абсолютно ноль. Что-то я прокачал. А, бензопилу я прокачал. Чтоб побольше наносило, подальше, то есть хватило, захватывало жертв. Чтоб убивало хорошо. Вот ворончики. Ну, ворон мы трогать не будем. Это как бы наши братья в скобках. Потому что они черные, тоже, знаете, опасные штуки. Могут налететь, обклевать. Так, ну где же ублюдок? Так, один он запустил уже генератор. Не знаю, полностью он запустил или нет. Но пока что я его почему-то не вижу. Почему-то я его не вижу. Где ты, ублюдок, сховался? Где ты спрятался, мой маленький ублюдок? Так, проверяем. Здесь еще генератор стоит. То есть, я так понимаю, все генераторы, когда запустишь, то потом только можно открыть эту дверь и выйти с этого дерьма. С этой грёбаного места. Вот только тогда можно свалить. А пока что... Вот, вроде... Вот это, включается дверь, открывается. Так. Почему я не вижу ублюдка? Остался один какой-то гребаный ублюдок. Если он, конечно, выиграет, я просто... охренею. Если он, конечно, выживет. Так, в принципе, можно как бы засесть. Тут вот генератор есть. Осталось три. Осталось три генератора вроде. Так. Так. Ай, звуки мешают мне. Они не дают мне сосредоточиться. Где ты, мой маленький? Где ты, мой маленький? Выходи. Пора играться. Так, случаем его здесь нет. Нет его, ублюдка. Так, что-то я застрял. Ну-ка, здесь. Здесь тоже нет ублюдка. Где же он может быть? Тут все как бы спокойненько пока что. Я почему-то никого не вижу. Генераторы стоят, он почему-то ни хрена не заводит. Давай, покажись мне, покажи хоть свою бошечку маленькую. Я сразу за тобой побегу. Ты что ж думаешь, я с тобой буду играться? Нет, я с тобой играться не буду, блин, вылазь. Хватит сидеть, пора играться, мой маленький ублюдок. Ай, вороны сидят, все не подсказывают мне ничего. Что ж за такие друзья-то, а? Блин, ну пока как-то тихо. Пока, черт возьми, как-то тихо. Черт, мне это не нравится уже. Мы вроде здесь были, уже ходили. Да, это то место, кстати. Пока непонятно, пока я его не вижу. Ублюдка нет на горизонте, как говорится. Генератор, он еще не все. Так, тихо, не шуми. Не все. Раздолбил. Так. Так, маньяк в растерянности уже. Стопудово, он где-то сховался здесь. В шкафчиках, я имею в виду. Стопудово же где-то сидит. И смотрит своими глазками. Ищет меня. Ну? Ни хрена, я думаю, у него не получится. Блин, а может он вообще здесь сидит? Ни хрена нету. А здесь? Ах, нету, блин, черт возьми. Где ж ты, ублюдок, будешь бегать-то, а? А может ты сюда зашел тогда на пикник к нам? Нет? Не зашел? Блин, не зашел. Черт, плохо. Плохо, очень плохо. А были у меня какие-нибудь способности, интересно, допустим, видеть. Где эти ублюдки? Проверяем, на всякий случай. Вдруг здесь они могут быть. Точнее, один может быть. Ай-яй-яй-яй-яй. Где ж ты, мразь? Так,
Надо чувствовать его, ребят. Надо чувствовать. Я вот почему-то не чувствую. Никакие генераторы он не юзает. Опа! Я заметил его или нет? Или что это было? Вот здесь вот. Вот здесь что-то было. Или у меня галюники уже? Или у меня уже крыша едет? Черт! Серьезно, я никого не вижу. Вроде что-то здесь бегало, а вроде нет. Ах ты, ублюдок. Какой-то странный выживший. Я его почему-то не вижу. Вышел бы ко мне. Поразговаривали бы. Поболтали по душам. Но почему-то он не хочет этого. Опа! Маленький ублюдок, иди сюда. Иди сюда, мой маленький, сладенький мой ублюдок. Ребят, я его потерял? Ай-яй-яй-яй-яй, иди сюда, моя принцессочка. Ой, косички заплела, тварь. Давай режь, режь ее. Ай-ай, все. Все, ребят, каюк тебе, мразинка, каюк. Заплела свои коски. Зря наряжалась. А теперь насаживаем ее на штырь. Насаживаем. Зря ты плела свои косички. Потому что ты уже сдохла. Потому что ты уже сдохла. Есть. Я это сделал. Мне победил всех. Беспощадная победа. Просто, ребят, замочили. Онлайн ранг убийц 20. Уровень 1. 13 у нас бабла. 13 тысяч. Мы можем что-нибудь вкачать интересное. А жесткость 625. Конечно, жесткость. Ну, почему-то маленькая-маленькая. Хитрость 5900. Охотники. И все дела. Ну что ж, ребят, я думаю, на этом можно закончить. Мы охрененно просто помесили. Обязательно за это поставьте лайк, напишите комментарий. Если вам понравится, мы еще помесим шкур. А с вами был Виолен. Спасибо за просмотр. Вступайте в паблик. Вступайте в паблик и до скорых встреч. Всем пока.